Эйо, всем здорово, народ! С вами Олег, и добро пожаловать на канал Олегов, а это Diablo 4 бета-тестирование. Скорее уже не дождусь полноценного выхода игры, так что давай с тобой начнем бета-тест, будем с тобой тестировать, ну и в целом рассматривать игру. Будем смотреть новый контент, что тут есть. Ну и в целом, какие отличия частей между третьей и последней, второй части ремастера, да, Diablo 2. Так, смотри-ка, вот что-то новенькое у нас появилось. Поиск по вашим покупкам. В точках на карте Tab, отмеченных значком, лежат недавно купленные предметы. Такие вот подсказоньки. Купленное оружие, доспехи и прочие декоративные предметы хранятся в гардеробе. Купленный транспорт и снаряжение для него можно найти в стойлах. Купленные эмоции можно посмотреть в режиме редактирования меню действий. Нифига себе. Так, в целом на карте. Давай посмотрим, где мы. Возьмем с тобой квест, так, квест у нас уже активирован. Но что-то вроде бы вчера со стойлом у нас не получалось. Пробовали мы с тобой купить коня. Я не пойму, может быть, пока что в бета-тестировании все это дело недоступно. Друзья, я прошу прощения, оборвалась у нас запись. И, к сожалению, мне не удалось записать некоторые моменты игры. А именно то путешествие, как я добрался вот до этой локации Кор Валар, но от Киавшада до вот этой локации Ковар Лат, как ты видишь, недалеко, но по пути я залутал пару пещер. Это вот этот тайник экзорциста и гибели Энея. Вот тут был небольшой подвальчик, и нашел я легендарную вот такую вот пушку. Ну и по шмоту немножко, да, и поставил я вот сюда воодушевляющий клич второго уже уровня, то есть получается ободряющий клич повышает нашу скорость передвижения на 30%, а скорость накопления ресурсов на 55% на целых 6 секунд. Также усиливает находящихся рядом союзников. В будущем было бы круто бы найти бы еще бы сапожки к передвижению. Это было бы классно. Вы были славными воинами, трудились и сражались, не жалея сил и жизни. Братья, сестры, надеюсь, в этом пламени вы обретете покой. Вига, что ты тут делаешь? Ты жив? Я признался праве, рассказал про взятку о той женщине. Скверно это все. Сейчас решается, что со мной будет. Похоже, не видать мне жалования. А ты ведь как раз коней, может, вместе подойдем? Вдруг она сменит гнев на милость, если увидит тебя. Так, ну хорошо, давай пойдем. Поговорим с преподобной матерью правой. Подожди, а как идти? Ну-ка, давай-ка глянем на карту вот через эту сторону, да? Хорошо. Фига себе, там у солдат какие доспехи. Ну, давай, почему я не могу открыть? Стой. Она ждет нас. Вига, удачи тебе. Ну-ка, матерь. Пусть командир дозора пришлет замену тем, кто сгинул в шахте. С возвращением, Вига. Вига тут рассказывает, что ты был куда храбрее его. Для начала благословения надо заслужить. Священную войну не выиграть, если воины ни во что не верят. Это священная война. Лилит принесла в санктуарий вечного противостояния. В пророчестве сказано, что Инари спасет нас. Ну а пока будем делать то, что должны. Отправляйся в Алебастровый монастырь и очисти там свой дух. Тогда и поговорим о благословении. О, начались, блин, побегушки. Ладно, пошли очищаться тогда. Так, а дальше-то что? Я же поговорил с преподобной матерью. Вот, все, поменялся квест, завершите. Паломничество к святилищу. Так, не могу использовать воодушевляющий клич, чтобы немножко побыстрее побегать.
Блин, ну а короткого пути-то нету какой-нибудь тут срезочки. Блин, жалко, коняшки у нас нету. Судя по всему, нам нужно выполнить какой-то, друзья, квест. Я не знаю, пока этот квест вроде бы я не встречал. И, быть может быть, в будущем у нас появится этот квест. И на выполнение лошади, и мы уже сможем передвигаться по локации на коне. Было бы классно. Давай-ка клич используем. Руда. Приветствую. К западу отсюда находится святилище с реликвией, которое, по словам, может бороться с твоими грехами. Вешает их грузом на тело и душу. Процесс крайне неприятный, но он поможет тебе очиститься и договориться, подготовиться ко встрече с отцом. Надеюсь, ты не слишком переживаешь. У кого-то и шансов выжить больше, у кого-то меньше. Будь осторожнее, ладно? Потом я тебя найду. Так, зачитайте скрижаль на алтаре чистоты. Ну окей, погнали. Так, а на карте это тоже здесь вроде бы рядышком. Кстати, вот это вот что за место подсвечивается красным? Надо бы заглянуть. Давай-ка боевой клич возьмем. Подожди-ка, нам не в ту сторону. Блин, варвар, тебе не холодно-то, а? По зимней локации. Щеголять тут. Поля правосудия, 12 уровень. О. Новые мобы. Меч достигает 3 уровня. Блин, самое обидное то, что ты его будешь прокачивать, а потом в результате выкинешь и будешь юсать другой. Ну, подожди-ка, давай-ка лутанем. Земля порождения тьмы. Ты зашло туда, куда не проникает свет. Отмени свои прегрешения, вдохни холодный воздух поглубже, встань на путь искупления, если твоя вера достаточно сильна. Ну давай. Так, хорош, сейчас что? Послание грешнику. Земли порожденные. Так, подожди, это мы с тобой читали. Отнеси идол верным на алтарь. If you have the faith to walk it. Ну давай. Скатимся. А чё так темно-то стало? Жесть, там челик был замерзший. Оба очки. Тут главный боссецкий какой-то, что ли? Такой вот мини-босс, вернее. Все, нафиг. А чё с него приколюхи никакой не выпал? Так, а дальше что? Зачитайте скрижаль. Ощути жжение своих ран, ощути холод, пронизающий кости. Возрадуйся, ибо страдание плоти есть первый шаг к очищению души. Да будет твоя вера твоя сильнее, чем боль. Так. Снова идем на какой-то алтарь. Ладно, погнали. Но зато уровень поднимет.
Так, а здесь на что будет ожидать? Тоже мини-босс, да? Раб ужаса. Ну тут ужас. Подожди, да. Так, и все. Давай вот это вот забираем. Отнеси идол верных на алтарь с подъема помазников. Кстати, вот очень вот этот удобный перк уклонения, и у тебя его дают за просто так, у тебя есть некая возможность, если тебя вражина зажмет, ты сможешь вот так вот телепортнуться. Это очень удобно. А чё такое, я же вроде бы зажал лечиться зельем, странно. В общем-то, очень удобно вот этот перк уклонения. В третьей и во второй части в Диабло такого не было. И часто бывало такое, что тебя зажмут и уже вроде бы все, ГГ. А вот тут ты можешь уклониться. Очень удобно. И может спасти тебя не раз. Слушай, какой моб сильный, а? Ты посмотри, что делает. Ты видал, заваншотил? Ты серьезно? Давай себе. I must wait. Просто тупо заваншотил. Так, надо быть на чеку. Так, что за топор? Такое себе. Он еще нас в бегство обращает, смотри. Так, подожди, подожди, подожди-ка. Ни хрена себе, ты серьезно? Мать твою, что с тобой делать-то? Просто жесть. Сильный моб. В общем-то, когда он накладывает вот эти печати, нужно просто от них уклоняться. Так, но пушек с него, блин, жалко, ничего не выпало. Так, ну и вроде бы все. Или подожди, нет, еще, да? Вот идол верных нужно завязать. Теперь к следующему святилищу. Так, нету перехода какого-нибудь быстренького. Вот это удобно очень сделали. Не надо всю карту обегать, а можно просто тупо залезть где-нибудь через стеночку. Подожди-ка, вон там что такое внизу, смотри. Вот это вот.
А что такое? Большая часть надписи совсем стерлась. Он у нас идол на спине висит. Давай, Вика, поговорим. Да, я люблю играть в карты, но ведь этого недостаточно. Та взятка из-за меня и погибли славные войны. Но что? Нам мне теперь клеймо поставить? Я же... Да провались оно все, я молюсь. Почему это не помогает? У тебя получилось. Ведь нас хоть в чем-то объединяет. Ты связывался с правом? Да, скоро. Но хватит об этом. Ты вот встретишься с самим отцом. Ты знаешь, назад возвращаются они все, но ты уж постарайся. Угощу тебя чем-нибудь покрепче. Однажды да, нас уже угостили. Правосудие света, водите с алебастровый в монастырь. Нифига себе, сколько опыта дали. 6700. Вот он, монастырь. Блин, люблю вот эти катакомбы всякие. Монастыри и прочего, уж очень красиво они сделаны. Поклонись ему и помни, сколь ты мал, сколь ты ничтожен, да иди ты нахрен. Слушай, ну не все так тут разрушено, значит демонов тут и не было пока что. Чем-то на четвертый акт похоже из Диабло 3. Бочки, фильмик. Оружие, где твоя снаряга, варвар? Ну, хоть кожу дали. Да, это же этот. А, это Инари, по какому праву ты врываешься ко мне? Прости меня за беспокойство. Говори, что надо. Мне нужно твое благословение, чтобы пересечь Черное озеро. За время, что я провел здесь, я понял одно. Искомое и нужное редко. Одно и то же. Когда-то я стремился покончить с войной, но это ничего не дало. Одно лишь боль. Я шел неверным путем и с каждым шагом все больше отдалялся от дома. Мы создали мир вопреки законам бытия. Но все же, как и его создатели, он гниет изнутри. Я не... Лилит проникла в древний город. Эй, хорош субтитры мне верни, блин. Твой род слаб, хватит терзать мир праведными воинами. Я с ней справлюсь. Аудиенция окончена. Короче, послали варвара нахрен и не благословили. Так, еще немножко опыта дали. Ну а поживиться-то здесь есть чем-нибудь, нет? Походу нечего. Ладно, давай-ка завязаем ключи, побежим быстрее. Коня хоть у нас нету, но хоть с этим ободряющим кличем сможем немножко быстрее бегать.
Ты да ладно, блин, чё, не пройти там нигде, что ли? Киевошат нет. Киевошат нам не пойдет. А где быстрые телепорты-то эти, а? Ты серьезно, быстрых телепортов нету? Блин, ну хоть лестнику дайте, куда-нибудь наверх туда. I must wait. Руда, давай берем железо. Погнали гоу сюда. Школа света. Вот, кстати, это место, да, которое подсвечивалось красным. Убейте всех противников в зоне школы света, давай. Ну давай, противники, вы где, блин? Чем бегать за вами, да? Нафиг от двери. Так, давай, следующая пачка. Ты где? Хорош. Уровень. Давай сразу его в воинственный клич, наверное, бахнем. Или, быть может быть, вот сюда. Хотя... Поглядим, посмотрим. Да, друзья, хотелось бы в будущем поиграть изо всех классов. Когда уже выйдет основная игра, будет уже из бета-тестирования, уже выйдет релиз, мы, наверное, запустим с вами стрим и попробуем поиграть за все классы. Я бы начал бы играть бы, наверное, бы с некроманта. Оба босецки, босецки. Где ты, падла? Вон он. Ой, сейчас заморозит нас. I'm low on fuel. Давай, давай, валим этого. Да-да. Подходим. Он даже своих, да, морозит. Все, давай, нахрен, до свидос. О, смотри, какой сундучок нам дали. Шлем, прикинь, легендарный, охренеть. Блин, столько всего хочется прокачать, а на это всего у нас так мало очков умений, блин. Я думаю, не беда, если мы даже где-то ошибемся, это все дело можно будет забросить. И прокачиваться так, как тебе будет нужно. То есть, в целом, мне очень нравится. Ты можешь поиграть со всеми перками, потренироваться, поучиться, где тебе будет что лучше юзать. И в итоге уже выбрать свои любимые перки. Лаки херовы. Все, нафиг. I'm not ready yet. А в целом так перки похожи.
с третьей частью, в принципе, и второй. Те же самые вихри, рваные раны, освежевания, берсерки, топот и бешенство. Но перки одинаковые. Так, тебе забраться туда наверх надо. Ah, you've returned. Come, let us speak inside. Рада тебя видеть. Снова поговорим внутри, не стоит стоять на холоде. Ну, давай быстрее. Чё-то ты одета как бомжа, блин. Ты точно императрица местная? И все же ты стоишь передо мной. Целый невредим. Мне этого достаточно. Я его знаю. Да что с переводом, блин. Благословляю тебя от имени света. Пусть его лучи защищают твое сердце от греха и скверны. Нашу победу предвлекли сами небеса. Хорошо. Опыта дали. Так, погнали. Поговорим с Нафейном. Действительно, это что такое? Молнок. А ну-ка. Думаю, как глянь, может быть, ее зачистить надо и быстрый переход станет доступен. Твою мать, что это было? Слушай, мог бы пожестче не на что-то. Так, подожди-ка. Надо исследовать все тут. Вот он полный. Подожди, твою мать. Это мобы странные. Давай вот шоты бить. Ой-ой-ой, отходим от этого. Я помню эту говнину. Как она шотит. Ой-ой-ой, отходим, отходим. Так, все, он поиграл, да? Так, что за топорик? Или нагрудный доспех? Плюс 163 броньки добавляет? Ни хрена себе сопротивлению яду. Вот это мощь! Вот это реально мощь. Так, подожди, что там посередине? Что за басецки? Охренеть, броньки в два раза больше. Оп, сейчас могу сильнее танковать. Так, а тут какой-то босс он показывается, смотри. В виде черепка. Это что за бомжи, я не пойму. Надо хилку взять. Срочно, срочно. Надо хилку взять. Блин, у меня хилок нет. Твою мать, что за басецки там? Найдите, убейте призывателей бури из клана льда, чтобы остановить метель. Охренеть. И хилок не дайте, хорош. Все, у меня хилок нет, твою мать, а там босс.
Ой-ой-ой, берем килку. Ой-ой-ой, отходим, отходим, отходим. Ты да хорош, у меня хилки нету, а твою мать. Варвар, отступаем. Блин, а что делать? Поиграл. Хилок-то у меня не было. Жесть, и тут таких боссов три. И тут таких боссов у нас три. Так, пройти не могу, да? Ага, это тупик. Подожди, куда я пошел? Что такое? Изучение региона. Хорош. Нормально. Давай вот это вот быстрота. Теперь на 8% будем быстрее бегать. А чё? Чё такое? А почему я пройти не могу? Локация не прогрузилась или что? Да, реально быстрее бегаем. I'm not ready yet. Не, ну хорош, подожди, мне интересно залутать то место и посмотреть, что за босс. Почему меня игра обратно не пускает? Не может прогрузиться локация или что? Оба, гоблин, гоблин, нифига себе. Вот этого надо валить. Вот этого валим, валим. Иди сюда, говнюк. Не уйдешь. Где он, твою мать? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас идет. Все, хорош. Нифига себе, какой-то бирюзовый конский доспех. Это на лошадь, что ли? Вот так встреча. Давай, скорее всего, смотрим. Ботинки. Что это? Полное снаряжение. Подожди, булава. Подожди, это вот сюда, да? Так, это на коня. И легендарная булава. Удачный удар до трех. Так, казните раненых. 6% к урону уязвимым противника, плюс 6 ко всем характеристикам. 5% к урону противника под действием эффектом замедления. Блин, только за место. А, ну давай за место вот этого ставим. Хорош. Нормально мы с тобой нашли тут гнома алчности. Жесть, сколько мы с него выбили. Так, мальнюк.
Может быть, просто игра не прогрузилась или что? Да, вот сейчас, смотри, могу войти. Так, этих давай не трогаем. Так, а мне их заново надо убивать или что, вот этих боссов, я не пойму. О, вроде бы урон посильнее прям ощущается. Как мне бы хилок повыбивать с них. Так, вот тут я подлечиться могу, давай. Не будем хилку зазря тратить. Так, а где босецкий-то ведь? Подожди, а где вот эти? А, это не босецкие те. Тут с черепками прям были такие они. Обозначены. Блин, у меня сейчас места не будет. Поищите причину бури. Так мы уже знаем. Ага, вот теперь активировалось. Так, он там первый мини-босс. Сперва. Хорош, они мне хилок не дают, ты серьезно? Ой-ой-ой. Ты да, у меня хилок снова нету. Все, у меня аптечек нет. Оба берем. Так, надо срочно хилки собирать. Надо собирать хилки. Что за сундук? My burden is too great. Так, надо всякое говно повыкидывать. О, но. Хорош, удачно этот левел подняли мы, а? Подожди, уходим. Хилка. Телепорт. Ой-ой-ой-ой-ой, ни хрена себе. Чё творят, а? Просто чё творят. Хилку. Так, чё мы там прокачаем, давай. До 12% скорость передвижения. Все хорошо. Призыватель бури, все, блин, нахрен. Че, почему я не могу это сломать или что? Баррикаду вот эту. Давай, ломай ее. Мне спуститься надо. Не хочет ломать, ладно. Так, они нам пока что не интересны, простые мобы. Погнали следующего призывателя бурь валить.
Да хорош, откуда у вас такая пачка тут, а? Вы мне взамен хилки-то будете давать? Блин, все хилки растратил. Так, колодец есть, хорошо. Так, как тут подняться? Где тут подняться? Вот с той стороны. Так, надо быть осторожным. Амулет, ну-ка давай-ка быстренько глянем. Где ты? Сопротивлением стихиям такое себе. Подожди, он неуязвим, да, этот маг? Ой-ой-ой-ой-ой, отходим, отходим. Хилка. Главное не пропускать хилки. Давай валим эту всю говнину. Отлично. The cause restored. Буря. Козломыги закончилось. Ну-ка пойдем глянем, что там в центре. Там вроде бы тоже какой-то босс был или что. Охренеть, кто это такой? Твою мать, это еще кто? Охренел ты что ли? Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай пока что отходим. А я не могу пройти, там какая-то невидимая преграда была. Невидимый туман. Это вообще жестко. Это вообще жестко. Не-не. Слишком рано нам дать на этого босса еще эти друзья. Слишком рано. Ладно, пошли уже по сюжетке тогда. Не одолеть нам его. Но надо будет запомнить это место и вернуться. Зеленое низовье. Блин, как это все дело обходить-то? Блин, нормальные у вас переходы с зимних на летние локации. Объяснись по дороге. Так, а куда нам? Туда. Отправляйтесь к Черному озеру вместе с ним. Да, мобы уже намного жестче стали, блин. Ощущается. И учитывая, что мы играем еще с тобой на ветеранах.
же варвар должен танковать урон, блин. Призыватели херовы, блин. О. Там камикадзе лучше их избегать. Так, давай-ка ускоримся. Так, Нейрола, блин, не отставай. Со стороны Черного озера дует ветер. Чувствуешь его? Да-да, чувствую. Вонючий ветер, блин. Мама, ты меня слышишь? Дитя мое, это ты. Я спасу тебя, мама, обещаю. Я научусь. Нейрола, хватит. Меня не спасти от моих же ошибок. Это тело лишь сосуд, и мой дух должен уйти. Ты должна отпустить, мама, нет. Ты нужна мне. Жизнь как ее колбасит. Ты должна жить дальше без меня. Но я помогу тебе в последний раз. У тебя есть благословение. Твоя кровь — это ключ. Ты, варвар, там порезала, такое ощущение, будто из тебя ванна кровью вылилась. Нейра, ты был так любим. Нейрала. Путь открыт, нам надо идти. Но думаешь, Лилит еще здесь? Прошлое. Прошло столько времени, боюсь, в этот раз она победила. И еще мне надо позаботиться о маме. Но это не конец, ты должен идти. Лилит искала Ратмо, найди ее. Спуск, погнали.